Тори, покажи, какая твоя любимая игрушка из всех из этих. Вот эта собачка самая любимая, звонит книга. А крышка хорошо крепит, да? Давай послушаем, как она крепит. Они батарейки съели. Давай, подуй пальчик, понял? Подуй пальчик. Молодец. Ты пойдем мальчишек искать? Пойдем, они вон туда пошли. Пойдем к большим мальчишкам. Тебя собачка не отпускает? Она тебя схватила? Отпусти собачку. Крю, смотри, а поросеночек за тебя заступается. Он толкает собачку, говорит, отпусти мою любимую. Поросеночек за тебя заступает, говорит, отпусти мою любимую. И хвостик меняет, и хвостик меняет. По хвостику поросеночка. Смотри, как. Вот эта собачка, а это поросеночек. Поросеночек собачку толкает. Поросеночек толкает собачку. Все, пойдем к мальчишкам, пошли. Пойдем, зайка. Вон они. Мы к ним еще вернемся. Пошли, потом больших собак покажи. Такая собачка. Пойдем, покажи нам больших собак. Здесь уточки кря-кря-кря. Пойдем. Возьми в руки уточку. Знаешь, как она хорошо закрякает. Возьми. Молодец, ничего не боится. Смелый. Молодец. Ну, так, пошли к большим собачкам. Ой, еще одна лучше скатит. Вот это все, одна лучше скатит. Тоже симпатичная такая. Пойдем. Тут много мишек. Овечка. Скажи, какая она, как говорит овечка? Умница. Ну все, идем дальше? А это мишки? Как эти мишки? Вот они красивые мишки. Молодец. Покажи, пойдем, дракон с большим собакам. Смотри, вон там. Смотри, пошли. Вон, смотри, какой огромный дракон. Пойдем к дракону. А Виктория хочет не к дракончику, а к собачкам. Виктория, она выше тебя. Виктория, это собачка выше тебя. Смотри, какая она хорошенькая. Смотри, какой она. Почеши ей за ушком, почеши ей за ушком. Вот так. И подбородочек ей почеши. Ой, да, видите, как у нее лицо довольное. О, хорошо. О, как она довольна. О, как любимая собачка. И это такая любовь. Хорошая. У нее тоже мордочка хорошая, как-то. И это как-то ей. Это мишка. Вот далматин своя любимая. Да. Еще такая, да. А это тебе больше всего нравится, да? Больше всего тебе нравится. Ну, как хорошо. Даже хорошо. А посмотри, какие там огромные мишки. Пойдем, вон там огромные, много мишек сидит. Пойдем посмотрим. Они просто огромнейшие. Вон они такие большие. Такие большие мишки. Ну-ка, попробуй его удержать, дай-ка. Какой огромный мишка. Ты сможешь его держать? Нет. Он очень тяжелый.
очень тяжелый. Так, ну что, куда дальше? Очень красивая собачка. Похожа на Авророчку на твою, да? Похожа на Авророчку? А пойдем Авророчку найдем здесь. Ты знаешь, где здесь Авророчки? Пойдем? Скажи, где здесь Авророчки? Вот это панды. Вот это тигры. Вот тут зебры, слоны. Вот это большая, где большая обезьяна? Вот. Ты боишься? Боишься обезьян, нет? Боится не быть, он даже голову морду сломал, он такой вот. Это огромный мишка тоже. Ну что? Это Макс? Нет, не Макс? А что у него там находится в домике? Ну-ка давай посмотрим. Там что-то темно, ничего не видно. А вот наш Ви, привет. Авророчку мы с тобой найдем, нет? Да. Где же она находится, наша Авророчка? Это она здесь была. Прячется, наверное, где-то. Прячется. Не видно ее, да? А может, они уже все Авророчек с вами девочками ушли? Да, может? Это хороший. Хаска, хаска, какая хорошая хаска. Ап, 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 ап. Я пошел к Виви, я пошел к Виви. О, недовольна. Пойди к нам в тележку. О, какая большая, даже в тележку не помещается. Ты какая большая, даже в тележку не помещается, да? Хочешь покатать ее на тележке? Да. Нам, покатай Хаску. Покатай на тележке Хаску. Ой, Виктория сильная. Она целую большую собаку катает на тележке. О! Молодец, Виктория. Что ты ей говоришь? Это мне нравится. Тебе Хаска нравится. Она очень красивая Хаска. Ага, они живут на севере, им здесь очень жарко. А на севере им хорошо. Он шерстка теплая, большая. Очень сладко. Маленькую. Ну что, кладем на место? Да. Понесли. Сможешь донести? Сможешь до сюда? Виктория. Сильно, давай, а я посажу. Вот, сиди, Хасочка, пока. Мы к тебе еще придем. Мы придем еще к тебе, пока. А тот, кто у нас? Кошечки? Ой, упала кошечка. Виктория, поднимай скорее. Молодец. Умничка. Ну что, мы, дорогая, заканчиваем? Мы заканчиваем серию про мягкие игрушки. Да? Следующая серия у нас будет про Машу и Мишку потом. Да? Так, пока-пока. Маши рукой. И кошечка нам лапкой помашет. Пока-пока-пока.